чё, тупая? Пиздуй отсюда! Так, ты рядом с главным комплексом. Где-то там они должны держать Соло. Чего? Не высовывайся! Осторожно, в этой башне сидит стрелок. А вот и главное здание. Берегись паразитов. Сол точно где-то здесь. Я это чувствую. Помни, что я тебе говорила? Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам. А вот и главное здание. Берегись паразитов. Сол точно где-то здесь. Я это чувствую. Помни, что я тебе говорила? Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам. Обещаю.
тебя найду, мразь! Так? Чё, тупая? Пиздуй отсюда! По нам. Кажется, я вижу Сола. Его заперли в подвале. И как он? Трудно сказать. Там темно. Хорошо. Спустись и забери его. Надеюсь, еще не поздно.
вижу. Он что? Живой? Вроде. Хорошо, хватай его и сваливайте оттуда. Сол. Ты принесла мне чертову сигару. Тихо, Сол. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты... Я тебя помню. Ты та наемница. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. О, да. Ну чего? Как он? Теперь можем потанцевать. Жить будет. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь оттуда. Я еду за вами. Панам, ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. А кровь у нас отрет? Что? Эти твари висят у нас на хвосте. Сука. Надо скинуть хвост! Ну все, хана двигать. Заткнись, Сол! Больше я из него не выжму! Сделай что-нибудь! Приготовься! Давайте! Вперед! В атаку! Альдекальдо! Будет трясти! Буря! Нас сейчас накроет! Ищем укрытие! А то я не знаю! Тут рядом заброшенная ферма! Я еду туда! Блядь, больно! Ты хочешь меня угробить? Я не так трясти, парень! Там безопасно, надеюсь.
дом, быстро! Мне надо передохнуть. Как раз успели к ужину. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Сколько тут всего? Инглсы, похоже, торопились уехать. Видать, хорошее предложение для этих. Ага, просто шикарное. Продать землю и... Это твои догадки. Дозеры, экскаватор. Алло, работает. У нас есть свет. Черт, холодает, однако. Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Хотя, знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Годности истек еще до прошлой войны, но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Лучше присядь. Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. О, сейчас не время спорить. Если бы вы не решили внезапно наглянуть к ним в гости, не стало бы меньше. Может, ты и права. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Если хотите начать мордобой, давайте без меня. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да, уж надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабуб. Классное слово, правда же? Вау, что это было? За хабубы. Да! За хабубы. Вау, высокооктановая хрень.
Забавно. Что забавно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Когда едешь день, потом ночь и снова день, жопа прирастает к креслу и забываешь, что такое ночлег. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Ви. Слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? Прости, пожалуйста. Не знаю, что меня дернуло. Ой, да все нормально. Не переживай ты так. Ладно. Значит, останемся друзьями? Так будет лучше. Ви, спасибо, что приехала. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Угу. Ветер перестал выть. С Хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния». Желаю вам влить приятных сновидений. Смотрите, кто живой. Привет. Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если следующий раз будет. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. А, погоди. Я думала, ты возвращаешься к Альдекальдо. Остаешься в клане. Все так и есть. Пойдем. Сол часто не Знаешь, почему я люблю читать? Повод. Только литературный вымысел помогает найти в этом мире что-то разумное. Не знаю даже. На севере как-то поприятнее было. Песка поменьше. Сол возьмет на себя а тут лагерь, чешется все. Ну, а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее. Она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно. Спасибо тебе еще раз. Я рада, что смогла помочь. Честно. Давай, удачи. И тебе, панам. И помни, я у тебя в долгу. Ну все, посмотрели на жопу мира. Пора и обратно к цивилизации.